Всем привет, художники! В этом видео нарисуем по клеточкам кота Пушина. Начнем черным фломастером. Рисуем снизу 15 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь справа и слева поднимаемся по 2 клеточки лесенкой. 1, 2. 1, 2. Точно так же справа. Теперь будем рисовать, наверное, сначала с левой стороны. Нам нужно подняться на 6 клеточек вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На следующем ряду слева. От крайней клеточки верхней поворачиваем сразу на одну влево. Дальше рисуем 3 вверх. Смещаемся на один ряд вправо и рисуем 3. 1, 2, 3. От центральной клеточки поворачиваем на 2 клеточки влево. Теперь поднимаемся на 2. Снова смещаемся на один ряд вправо и на 2 поднимаемся. Теперь снова смещаемся вправо на один ряд и на одну поднимаемся. Теперь одну ставим вниз. Одна вот здесь пропущенная получается. Три пропускаем вправо от нее и рисуем еще одну. Нам нужно соединить вот эти вот две клеточки. Опускаемся на один ряд вниз и тремя клеточками соединяем. Дальше поднимаемся на одну еще вверх вот здесь. И как здесь, на одну спускаемся. Это получаются уши. Теперь от вот этих трех клеточек 3 пропускаем вправо и 5 рисуем. 1, 2, 3, 4, 5. Смещаемся на один ряд вправо и вниз. Рисуем одну. И от нее еще одну вправо. Получается 2. Снова рисуем одну клеточку вниз. Рисуем еще одну вниз. И от нее одну вниз на этом же ряду. Получается 2. Теперь нам нужно соединить вот здесь вот. Смещаемся на один ряд вправо и соединяем 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь будем рисовать хвост на следующем этапе. От этой клеточки влево нам нужно пропустить 5. 1, 2, 3, 4, 5. И шестую разукрасить. Теперь поднимаемся на один ряд вверх от нее, одну вправо пропускаем, рисуем 4. 1, 2, 3, 4.
и от крайней четвертой клеточки одну клеточку вверх лесенкой. Теперь следующий этап. Рисуем сверху. Вот здесь мы нарисовали 5 клеточек. От первых двух спускаемся на один ряд вниз, который пропускаем, и под ними рисуем 2. Снова пропускаем один ряд вниз и рисуем еще 2. Под ними. Теперь нам нужно нарисовать глаза. Смотрим вот сюда. Вот здесь есть 3 клеточки. От первой пропускаем одну вправо, следующую вправо рисуем. От нее 2 вправо пропускаем, рисуем еще одну. И снова 2 пропускаем вправо, одну разукрашиваем. Дальше продолжаем рисовать от этой клеточки. Одну еще добавляем вниз. И от только что нарисованной одну влево, одну вправо. Можно уже сказать, что кот Пушин полностью нарисован. Осталось только его разукрасить. Я беру серый фломастер и полностью разукрашиваю рисунок, только нам нужно будет еще, после того как я разукрашиваю, навести несколько клеточек, я покажу потом какие. Для начала разукрашиваем. После того, как разукрасили рисунок, наводим еще несколько клеточек тем же серым фломастером. Для начала хвост. Одну пропускаем, следующую наводим. Снова пропускаем и снова наводим. И вот здесь вот клеточку еще одну наведем. Теперь идем вверх. Около вот этих двух наводим вот эти две клеточки. И одну вот здесь вот слева, влево. Пропускаем один ряд вправо. И еще 2 наводим. И от крайней одну вправо. И еще от этой клеточки 2 вниз. Одну вот здесь вот пропускаем, наводим следующую. И снова одну пропускаем. И вот эти 2 наводим. Все, сейчас рисунок подсохнет и будет отлично.